по-настоящему семейная и разнообразная. Выставка «Модный базар» расположилась возле магазина «Калинка». Ярмарка пользуется большим спросом у жителей и гостей нашего города, так как продукция, представленная на ней, универсальная, качественная и безопасная. Здесь можно купить и одежду, и сувениры ручной работы, и продукты. Сладкий, вкусный, а главное полезный мед. В этом году ярмарка изобилует разными видами натурального меда изо всех областей Беларуси. Лесной, разнотравье, сердечный сбор, луговой. Предлагают мед и российских производителей. Есть и экзотика – крем-мед сливочный и с ягодами. Стоимость меда от 14 рублей за килограмм. Любителям восточных сладостей понравится большой выбор сухофруктов и блюд, приготовленных на их основе. Халва, молочный щербет с шоколадом и фруктами, рахат-лукум. Здесь можно пополнить свои запасы специй и приправ для разных блюд. Цены от 5 до 8 рублей за 100 граммов. Чай – напиток, издавна известный своими полезными свойствами. На ярмарке он представлен большим ассортиментом элитных сортов. Черный, зеленый, с добавками цветов и трав. За 100 граммов просят от 8 до 12 рублей. Шатер – товары из Индии, предлагает покупателям как индийский, цейлонский чай, так и натуральную косметику, а также индийскую одежду из натурального хлопка. Чай индийский, цейлонский и гималайский. Из трех стран. Натуральное все и есть с добавками, без ароматизатора. В том числе есть косметика индийская, тоже натуральные травы для сустава есть, и разные для сердца есть, и зубная паста без тора. Все знают, что важно употреблять в пищу разнообразные продукты. Дальневосточные консервы богаты витаминами и минералами, которые принимают участие во многих процессах организма. В продаже печень трески, кижуч, красная рыба, нерка, сельдь, сайра, разные виды икры, кальмар и шпроты. Лето – пара фруктов и овощей. Побалуйте себя свежими огурчиками, помидорчиками, молодой картошечкой, сочными абрикосами, нектаринами и черешней. Традиционно на ярмарке много одежды. Женская одежда для дома, пижамы, сорочки, халаты от 20 рублей. Нижнее белье от 5. Майки, футболки женские и мужские разных расцветок стоят 7 рублей. Все из хлопка. Есть женские блузы и летнее платье. Размерный ряд до 60+. В Солигорск вернулась мехомания. Ассортимент женских шубок велик, а цены от 300 рублей и выше. Шубками мы привезли к вам с большими скидками. Мы ждем за покупками. Размеры от 38 до 62, цены от 300 рублей, самая дорогая шуба у нас стоит 2250, это отделка норка идет. Изделия у нас из меха овчины, выделка астраган, мутон, стрига, цигейка. Размерный ряд от 38 до 62, отделка разная идет, песец, чернобурка, норка. Принимают участие в ярмарке и представители хендмейда, презентуя свои товары ручной работы. Напомним, ярмарка работает с 1 до 12 июля, с 10 утра до 19 часов вечера. С 4 июля ожидается пополнение количества участников выставки. В продажу поступит женская одежда больших размеров и женское и мужское нижнее белье. Приходите и порадуйте себя и близких как полезными, так и приятными покупками.